Шадринские артисты Дворца культуры провели три выездных концерта под названием «Праздник в каждый двор». Для артистов данный творческий формат не в новинку. Подобные концерты уже радовали горожан в период майских праздников. Мы в рамках нашего муниципального задания творческим коллективом был разработан новый проект, называется «Праздник в каждый дом». Он заключается в том, что народ очень долго сидел дома, все наши жители города. С марта месяца были закрыты все мероприятия. Сейчас вот немножко правительство сделало небольшое послабление, что можно на свежем воздухе проводить какие-то мероприятия небольшие. И вот на этом фоне родился такой замечательный проект, где наши творческие коллективы выезжают по большим дворам с концертными программами. У нас заготовлен проект, значит, с детские игровые программы, которые будут выйти чуть позже. Еще одна такая новая форма, где жители города мы можем принимать заявки на большие коллективные заявки и также выезжать вот на такие открытые площадки с концертными программами, с новыми программами, чтобы люди немножко могли встретиться, пообщаться, немножечко отдохнуть, попеть вместе с нами те песни, которые все знают и любят. То есть создать такую праздничную атмосферу на в местах локального проживания наших уважаемых горожан. Заявку на организацию концерта «Праздник в каждый двор» можно сделать на официальной странице Дворца культуры. Также отметим, что с этой недели кружки и секции Дворца культуры работают в штатном режиме, на свежем воздухе, с соблюдением всех мер безопасности. Подхватывайте, пойте вместе с нами. Говорят, счастье человеку, кто искренне ему рад. Не торопите жизнь, судьбе всему свой срок. Жизнь невозможна без разлуки и печали. Не закрывайте свое сердце на замок. Не забывайте все, о чем давно мечтали. И пусть кукушка много раз кукует вам, пускай на небе дождик радугу рисует, и в этот вечер, вопреки всем злым ветрам, вам пожелать сейчас хочу я. Желаем вам на долгие года, чтоб было завтра лучше, чем вчера. Желаем вам сердечного тепла и радость, что в душе зрела. Желаем вам еще 100 лет прожить, мечтать, смеяться, верить и любить. Пускай Господь вас всех пути хранит от горя и обид.